Всем привет. Выбросил утилят навоз. Так плохо видно, что за куча. Пойду подальше. Вот на фоне собаки, посмотрите, тут порядка тонны вот с этого маленького сарайчика, не сарайчика, навесика. Вот. Около тонны навоза, короче. За пару месяцев они напердолили. Вот. Еще у меня вон куча навоза лежит здоровенная. В общем, на навоз я в этом году богат. Поэтому назову это видео $1000 на навозе. Такую цель ставлю я на этот год. Заработать $1000 на навозе. Вот. Я думаю, это возможно. И я это сделаю. Поставил заборчик, калиточка. Все мне досталось на халяву. Потому что я бедный фермер. Вот. Как-то так. Уже продал первый прицеп навоза. Я вам показывал вчера, что загрузил. И будет, скорее всего, еще один. Не один, а выкинул объявление о продаже. Также вчера вон приехали в Амкадором, черпанули ковш двухкубовик. Продал. Плюс люди приезжают на машине, покупают. Ну, автомобильный прицеп. Вот. Продают где-то за 15 рублей автомобильный прицеп навоза. То есть люди приезжают, набирают с кучи. Я им продаю, и все в этом духе. Навоза очень много. Прям супер много. У меня 100 тонн. Давайте считать так. 100 тонн навоза. Может даже больше. Здесь где-то полметра до земли. Вот посмотрите, какое там высокое расстояние, если чуть копнуть. Плюс только сейчас еще не настал февраль. Плюс, то есть им еще стоять полтора месяца. То есть навоза еще будет ровно столько, сколько вон там вот лежит сено. То есть еще тонн 30. Соответственно, навоза будет дохерище и немножко. Не знаю. Попробую все продать. То, что не продам, сложу в бурты. И продам осенью. Людям тоже надо осенью. А осенью у меня как раз таки навоза-то и нет. Коровы целый год пасутся. Соответственно, навоза нету. С поля же не будешь ходить по лепешке собирать. Правильно, правильно. Навоза нету. Вот здесь целая куча навоза. Не успеваешь подсыпать, подсыпаешь. Там чуть подработают и все. Оно опять его нету. Ну, то есть грязно, опять сыплешь. Смотрите, какую дырку выели. Самое вкусное выедает, потом доедает остальное. Ну, это корова существо такое. Зато, я же говорю, вот так очень чисто. То есть, минимальные потери вообще. Конечно, можно еще уменьшить, но цена-качество. То есть, так ничего не вкладываешь, получаешь результат. То, что мы и любим, собственно говоря, все. Меньше вложений. Подгреб вот здесь сено, то, что на дорожке напердолил. Вот. Мусор надо убирать. Погода радует. Трактор едет, работает. Будем электрику потом смотреть. Вот. Все, вот выкидываю с сарая, перехожу вот сюда. Здесь у меня, блин, целая куча дохренища навоза. Прям не знаю сколько. Даже посчитать будет сложно. Постоянно подсыпаю, постоянно они ходят, гадят. Так что завтра попробую опилок привести прицеп, потому что очень влажно уже становится. Сено не справляется, то, что, ну, упавшие, то, что не съели, не справляется с потоком грязи, воды и все остальное. Попробую привести завтра опилок, если получится. Вот, должно получиться, так что будет видно. У меня еще также в сарае тут дофигища навоза. Я уже прицеп выкинул большой, вывез. Вот этот прицеп был в сарае. Чтобы вы понимали, здесь еще прицепов 6. То есть 6 на 4, тонн 24, около того. Вот. Вон открыл окошко. Сегодня на этом они переспят. Завтра я уже это выкину все. То есть буду выкидывать новый прицеп. Надо постоянно, ежедневно, ну не ежедневно, пару дней выкидывать, чтобы мне отец отталкивал отсюда.
дальше выкидывать и грузить и возить. Потому что возить очень много. Даже если я в феврале буду возить 2-3 раза в неделю, я все равно вес не вывезу. А до середины марта мне нужно все вывести, потому что потом надо собираться в Повчин, переезжать в поле. И также надо заработать на этом всем. Так что объявляю такой челлендж: заработать $1000 на навозе. В деревне получается. Ну, я живу не в деревне, я живу в городе. Город Жидковичи, кто не знает. Чтобы вы понимали, вон уже строятся пятиэтажки от меня. Я держу 17 коров. И вон там, где вагончик голубой, да, видите, труба торчит. Там уже строится новая пятиэтажка. То есть все у нас как в фильме «Белые росы». Нас скоро выгонят отсюда, поэтому надо подготавливать инфраструктуру для переезда. Землю мы получили, осталось дело за ним, за малым. Проект, документы на электричество я уже сделал. Осталось купить счетчик, автоматы, все остальное. Проект на 380, на 20 киловатт. Обошелся мне в копеечные деньги, честно говоря. Плюс счетчик рублей 500-600 и провода на рублей 500. И все. Так что всем пока. Подписывайтесь. Нас становится все больше. Мы справимся. Как-нибудь справимся. Что-нибудь придумаем, как и всегда.